Доброго времени суток, кто зашел в гости. Быстрый обед, буквально за 10 минут. Вода уже кипит. Есть макарошки, фузили. Есть грибы промытые, капуста бок чой, остатки мяса, сметана, можно сливки. Я со сливок панакоту вчера варила, поэтому у меня осталась только сметана. Отправляю вариться макароны. Как только они почти сварятся, я добавлю бок чой, проварю вместе с макаронами. Поджарю за 2 минуты грибы. Немножко мяса, добавлю сметаны, все это соединю, и будет обед за 10 минут. По-быстрому макарошки с овощами и с кусочком мяса. Макароны почти сварились, я добавляю капусту бок чой, провариваю еще 2 минуты. Снимаю на 2 минуты с плиты, поджариваю быстренько. Ну, можно одновременно на двух конфорках готовить, кто хочет. Поджариваю грибы, немного добавляю сметаны, лук порей, чеснок. Мяско туда ставлю и потом возвращаю туда макароны. Тут еще сметана у меня стоит. Макароны почти проварились. Китайское и европейское блюдо. Макароны европейские, итальянские, китайская капуста бок чой. Макароны готовы, капуста готова. Пожариваю грибочки, большие, маленькие. Наготовил лук, порей, чеснок и мясо. Ну и сметана. Грибы, лук, порей, чеснок. Добавляю сметану. Капусту можно мешать соусом, можно не мешать соусом. Макарошки, грибы и немного мяса положила в соус. Сметана и немножко воды оставалось в макарон. По желанию можно посыпать сыром, если есть. Вуаля, дымится. Красивый вкусный обед за 15 минут. Обед на скорую руку. Капуста бок чой. Макарошки, я чуть присыпала сыром в конце. Грибы, сметана. Можно сливки, у кого будут. 2 кусочка мяса у меня оставалось, я добавила. Вот такой вот обед по-быстрому. Рядом стоит моя панакота. Вчера готовила, оригинальная версия. Сверху фруктовый кисель густой, подкрашенный пищевой краской. Видео по панакоте я загрузила. А также у меня было видео, как создается заставка для красивого десерта. Как я на маленькой кухне делаю заставку иногда. Немного ем шоколада, поэтому Дед Мороз по сей день стоит, еще не съела. Заходите в гости, не забывайте. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Я не часто делаю десерты, но почти всегда оригинальное что-то. Съедаю, делаю что-то новое, легкое, красивое, оригинальное. Ну и мои макароны сегодня.